Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем брать нитеру по названием Узурпатор. Окей, погнали. Мы побежим с вами вниз. Как я понял, мне нужен типа фонаря, либо что-то типа того. Ой. Куда-то там сильно спускаюсь, не думаете? Так, а теперь нужно отсюда выбраться. Только как, да? Ладно, пойдем сюда. Круто. Не сюда. Точно, я падал очень долго, поэтому подниматься мне нужно очень быстро. Но желательно быстро. Так, а мне некуда идти. Я только сюда. Ага. Ага. Где это я? Но я понял, что это город. Воу. Вау. Так, по камню я... А, я зацепиться даже не могу. Я не знаю, куда-то упал в какой-то город. Понятное дело, что я буду урон вкачивать. Хотя... от стамины тоже мне помощь бывает, но... не вариант. Нам нужно только качать урон. Эгэгэ. А, так... Нет! Фух... Пронесло. Айс. Только вниз. А если там будет босс, хер убьешь? Ну, сори. Не, ну как бы челик я видел, проходил с теми модами, которые мы с вами видели в начале самого. Это палата. Я больного просто вижу там, который лежит. В мешке. Так. А есть смысл, куда я иду? Я не хочу узнавать, что будет, если я наступлю. Потому что я не знаю, как далеко мне нужно идти, чтобы дойти до сохранялки. Ну, хотя бы сохранимся. Дойдем. Дальше посмотрим. Я понимаю, что в мешке что-то есть. Но минус в том, что мне за это нихера не дают. Так, мешочки. Ну, мешочки, я говорю, это будет наноситься урон, как вот эти. Либо они хотят меня просто напугать. Тоже как вариант.
Уй. Так, а что я вообще прокачал? Что у меня урон... Подожди. И... Да я урон вкачал. А что я урона не чувствую? Нужно это, нового питомца будет собрать, который там находится сейчас. Так, двойной прыжок у нас есть. Камень. Классно. Окей. Окей. Чё? Слышь, мимик, по-твоему, я не знаю, что ты мимик? Ой, я его убил. Нечаянно. Нужно было его открыть, чтобы за него больше душ дали. Он, короче, начинает исчезать, нам за это души дают. Да, все-таки... Все-таки что мы? Я не пойму, где я вообще нахожусь. Это город, окей. На ящике смысла нет и разбивать, потому что там может находиться эта херня, которая... Летает за нами. О! Я знаю, куда я могу залезть. Дойдем сначала в левую сторону. Ага, там скала, хорошо. Ладно. Ну, видите, тут только мало дают. Он вообще ничто не говорит насчет, куда я иду. Так, я типа поднимаюсь или опускаюсь? Да тут лифт, оказывается, стоял. Ну, зончик. Плохое предчувствие. Ты атакуешь их, они потом на меня агрятся. Они ведь потом на меня нападают. Сразу забираем эти души. Если терять, так все терять. Видите, они типа не нападают, когда я их атакую почему-то. Или нападают. Тут, ну, это все так странно сделано. А что, там ничего нету? Да, там обрыв. Ни боссов, потому что я куда-то иду, непонятно куда. Ничего другого. Ящики я разбивать я уже не буду. Для чего ты сюда, допустим, залез? Чтобы понять, что это не стена, а часть макета заднего фона. Спринт. Так, 38 тысяч. Почти левел ап. Плюс 2 левел апа даже. Только осталось подняться так, чтобы я не сдох. Вот опять. Кажется, что это стенка, на которую нельзя залезть. Но на нее можно залезть. Окей, плюс еще. Дохера душ.
Замечу, у меня уже 49 тысяч. А, нет, 44 пока что. Главное, чтобы это была не темная. Если это темная, все, это минус жизнь. Я просто не выиграю. Круто. А что вы предлагаете мне? А у меня без вариантов. Но я теряю минус 44к. ГГ. Что делать? Ни хрена их там. Я говорю, это ГГ. Типа без вариантов. Не, можно одну вещь попытаться сделать. Поэтому это будет сложновато. Вот откуда я мог знать это? Ни хрена. Ну плюс еще в 1500. Итого там уже почти 50к. ГГ. ГГ. И я сейчас просто сдохну от холода. Вообще зашибись. Что делать? Просто потом по-другому не вернусь никак. Я понял теперь, почему они ничего не говорят. Куда бы я не пошел. А потому что тут нечего говорить. Не, могу, конечно, обмануть немного смерть. И как сделать, сейчас покажу. Здесь я сдохну. А теперь за всем этим бежим. Так, а теперь понять, где, с какой стороны эта хер была, где можно было забрать. Если мне нужно заново все это пробегать, я пробегу заново. Но я просто не забоюсь и пойду дальше. В том смысле, что там же лестница была наверх. Ну что это рель была за бред? Это бред какой-то получается. Пипец. А куда тогда идти, ты вообще не понимаешь. Ясно. О,
Теперь вопрос, а я хотя бы дойду до этих душ? Куда мне вообще идти нужно? Объясните. Там камень мне будет мешать. Смысл туда идти? Манать, получил урон, все. Теперь я в такой жопе. Просто не представляете. Здоровенная жопе. А, я туда все равно не залез на этот, я понял. Я понял вас. Ладненько. Я вас понял. Так, там тупик. Но мне нужно получаться, чтобы у меня было все-таки фул хп. И, бля, там же сейчас эти будут. Куда лифт улетел? Почему он улетает вверх туда? Типа он багается и летит туда куда-то. О, я уже их слышу, летающих тварей. Так, холд, не атакуй никого. Я лучше по-тихому пройду, чем ты будешь их атаковать. Так, готово. Главное, чтобы я смог достать свои души. А, чтобы радиус позволил. Прошу, прошу, прошу. Я просто не выживу, я сразу умру. А где вообще мои души? Окей. Окей. Круто. Круто. Да ладно, простирать души так все. Сразу нет. Если души просирать, так души всем, которые есть. Потому что у меня уже минус сколько там тысяч. Но я все равно задаюсь вопросом, а где остальные? А где остальные, серьезно, души мои? Вы их видели там лежащими? Я тоже их не увидел. Ладно, просто побежали дальше. Я вижу одного мимика. У него и зубы видны через сундук. И беленькая сверху. Не, если у меня будет хорошо хп, мы пройдем дальше. Если будет хорошо у меня хп. Ну да, по идее должны успеть. Я пробую, если мы не сможем пройти. А я тогда не знаю, куда нам идти. Плюс не забудьте, что это вторая, да, серия у нас или первая?
Ну, имею в виду там, где мы просто сейчас бегаем, время теряем. Да, он меня чисто сбрасывает. Полностью все сбрасывает. Не, могу типа проверить, что будет, если я сейчас наступлю, но я не хочу. О, боже, боже, боже. Так, в холд зайди. Тупой холод. Если считать то, что мы играем за труп. Вот почему там? Почему там? И понимаешь, что типа экран почему-то резко дергается, он туда полетел. Так не должно быть, это минус время. Это минус пипец сколько времени. Тупой лифт. Тупое состояние карты. Сделали бы лучше, если... Вот почему бочки падают? Чем это связано? Бочки должны... Вот, она встала. То есть, вы понимаете, бочки не стоят на месте, как они должны стоять. Наверное, она должна стоять. Я в этом очень сильно уверен. Какая птица? Или это не птица? Неважно. Ну видите, он типа не агрится даже так близко. Ну чё, смотрим. Я по идее должен выжить. А вот здесь души сохранились. Знаете, что это за место? Знаете, что это, блядь, за место? А я сейчас покажу, что это было за место. Я понял, что это за место было. Это, блядь, вот это вот место. Вот, это вот это место! Круто. Круто, молодежно. Привет. А знаешь, что я потерял? А я потерял дохера душ. 50к. Вот здесь вот. Вот здесь вот-вот. Которые лежали здесь. Вот здесь вот, снизу. Надо мной там, снизу. Я не хочу играть. Это какой момент игры, когда мы уже все просрали? Я хочу посмотреть. Я очень сильно надеюсь, это не тот момент, когда мы все просрали. Так, ладно, здесь души есть. Нет, это не тот момент, где мы все просрали. Повезло. Очень сильно разрабам повезло. Так, это получается наверху тоже, да, все осталось. Посмотрим. Сейчас посмотрим.
Я все равно побегу туда. А я все равно сюда пойду. И походу сохранился в том моменте, когда я все просрал, да? А сейчас я точно все просру. Возвращаемся. Так, просто садимся, встаем. Я надеюсь, она... А, ну да, не сохраняется. Так. Тут мужик у нас прицеплен к цепи. Так, там у нас ничего. Здесь у нас, кажется, что-то было. Разве? Там же... Ладно. Окей. Вот эта самая серия будет жопопылающая, мне кажется. Фух. Так, там мне не пройти. Мне главное не получить ни одного урона по пути. Готово. Так, красное очко. Минус. Я не хочу заново смотреть, то что он ничего не будет об этом говорить. Я лучше сейчас все соберу, все деньги, и втрачу их в апгрейд. Втрачу их в апгрейд. Угу, готово. Так, дальше у нас сундук должен быть. Мими, который... Дальше должен быть сундук мимик. Делаем один удар, открываем. Вот, видите, фиолетовые типа души. Ни хрена себе, 8К! Это то, что фиолетовая душа. Ух, да, это жестко. Главное сейчас, чтобы было все окей. Если окажется, что я сейчас прибегаю и у меня все теряется, ну что сказать, обидно. Будет очень обидно потерять все деньги. Ну, кажется, это те деньги, которые мы тогда использовали. Сразу на холд поставить ее. Сразу ставим на холд. Да, видите, просто бочки ломаются и падают.
Да, все сохранилось, отлично. Фу, хорошо, что я не просрал. Как в Dark Souls, знаете, и там автоматически игра сохраняется. Здесь вот, вот здесь, да, вот нормально все. Все. Главное, чтобы я не все просрал. Вот я не понял, почему я тогда все души просрал, когда здесь был. Я чисто все просрал. Так, 44К. Плюс здесь. Что, добьем этих-то? А хотя с них мало дают. Хотя. Плюс косарь. Нормально. Так, а вот теперь главное, чтобы я не сдох. Да, хорошо. Так, теперь должно было все сохраниться. Ну, должно было сохраниться. Угу. Буду надеяться. Все, изи. А как мне все равно вот дальше, допустим, проходить? А, стоять, мне нужно сходить к этой карте купить. Либо апгрейд, либо карты. Я за апгрейд карту. Хотя... Full details, детали, car portation mission. Миссии, вот что мне нужно. Лив. Давайте посмотрим, как мы карту апгрейднули. Так, все включено. Ага. Ну теперь хотя бы более-менее. А, так это у нас так вся карта выглядит. Понятненько. Значит, где мы сейчас? Желтенькая, что такое желтенькая? Это то, что я могу типа сделать. А где я хотя бы, блядь, нахожусь? А, вот город стоять, вот заснеженный город. Пиксель-арты. Мы где-то внизу самом должны быть сейчас. Вон человек, видите, куст. Человек-куст, так, фиолетовые какие-то... Понятно. Мне все понятно, что ни хера не понятно. Убогая карта. По которой хер поймешь, где кто. А, все, так, стоять, я вижу, где главный трон. А, так это эти сейвы, стоять. Это... Где находятся сейвы? Но херня в том, что мне не показывают, где я нахожусь. Я сейчас внизу где-то здесь. Ага. А там темно, слышите? С той стороны. Тут лабиринт, а тут в основном красные камни и логово. Мне до туда не добраться. Хотя, вот с другой стороны тоже есть что-то. Это тоже заснеженный город, да? А, это где я был стоять, это я поднялся. Угу. То есть мы с левой стороны с вами, да, спрыгивали все это? И делали круг.
А там, видите, еще внизу есть проход какой-то. Там все в снегу, в холоде этом. Поэтому тут не варианты. Так. Нам нужно сейчас вернуться в центральное, получается, помещение. Центральное помещение. Так, кстати, а где что? Это у нас библиотека, да? Наверху замок. Ну, верхнее понятно, что вообще у нас не изучено. Но я вижу, вон трон стоит. Такой же, как и вот тут внизу, вот посередине. Вон, видите, наверху. А, подожди, а показано, что я там был уже. Где трон отмечено. Ой, короче, не знаю. Погнали сохраняться, и нахер надо. И мне еще хватит на один апгрейд. Ладно, карту мы прокачали. Вот для чего, видите, нужно ХП. Все-таки не зря я его вкачал. Албус, албус. А хватит мне 20? А, ну-ка. Да, хватит. Пам. Пам. Все, давайте, короче, на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.